Всем привет! Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных фестивалю «Рождественские встречи на 5 с плюсом». Этот фестиваль проходил 2 дня. Представляете, сколько артистов приняло в нем участие? Вы их всех увидите в нашем телешоу. А мы начинаем прямо сейчас. Не забывайте голосовать за самую лучшую песню. Поехали! Волшебный остров, здесь лишь сны живут. Лунные звезды дарят мне приют. Как мачты сосны гасят ветра стон. Я стала взрослой, мой сон. Шальное детство, не расставаться жаль. Ты смех, ты слезы, радость и печаль. В нашей программе не появлялся хор мальчиков Робертино. Я думаю, многие девчонки уже успели соскучиться по этому замечательному хору. Фанатки, ликуйте прямо сейчас! Новая песня в исполнении хора мальчиков Робертино. На орбите серпантина новый пробует прыжок. Буратино, Тина, Тина, деревянный наш дружок. Буратино, Тина, Тина, деревянный наш дружок. Па-па-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-па, па-па-па-ра-па-па.
будет попрошайкой, а лиса не станет врать. Новый год тому причина, ставь ему сегодня дан. Буратино, Тина, Тина, деревянный мальчуган. Буратино, Тина, Тина, деревянный мальчуган. Па-па-пара-па-па, па-па-пара-па-па. А сейчас, дорогие меломаны, проверю вас на сообразительность. Отгадайте загадку. Теремок ползет, на себе его везет. Хозяюшка богатая, богатая, рогатая. Кто отгадал, тот молодец. А кто нет, ищите ответ в следующей песне. Зачитался. Люблю, знаете, на досуге почитать поэтов. Кстати, и Иосиф Бродский еще в 1961 году предсказал появление на детской эстраде группы «Облако». Вот, послушайте, что он пишет. «Проплывают облака. Это дети поют ночью ночь. От травы до вершин все биение, все дрожание голосов». Немного, конечно, со временем суток не угадал, а так все точно. Группа «Облако». We'll be right back.
Самый отважный и самый стремительный был, но выбрав минуту однажды кому-то, в детство другому уплыл. Вот такие вот грустные ассоциации возникают у меня, когда я слышу песню «Кораблик детства» в исполнении Аллы Головизни. Я детский сказал дверцу, не тороплюсь закрыть. Где все легко и просто, где мир такой цветной. Мой маленький кораблик, не уплывай, постой. Мой кораблик отважно мчится вперед, мачты его не буря.
спешить. Я детских сказок дверцу не тороплюсь закрыть. Где все легко и просто, где мир такой цветной. Мой маленький корабль, не уплывай, постой. Сейчас я напомню вам песни сегодняшней программы. Кристина Колесник «Волшебный остров». Песня «Буратино» в исполнении хора мальчиков Робертино. Алина Шелементьева и шоу-группа «Интервью» с песней «Улитка». Группа «Облако» с песней «Детское счастье». И «Кораблик детства» в исполнении Аллы Головизниной. Голосуйте за самую лучшую песню. Название этой песни сбрасывайте на наш пейджер 3-7-3-3 для абонента 5 с плюсом и на наш сайт в интернете www.5plus.ru. Обязательно подписывайтесь. Именно так вы можете принять участие в нашей лотерее. А вот эту вот курочку-несушку от магазина крошка.ру получит победитель нашей лотереи. Ну а на сегодня все. Нас найти легко. Да и вы не теряйтесь. Помаши, помаши ручкой. Помаши, сказал ручкой. А у нас прибавление. В общем, нас найти легко, да и вы не теряйтесь, господи. Куда же мы тебя сейчас, родимая? Приходите, мы ждем. На 5 с плюсом, на 5 с плюсом.